Мужество, честь, отвага, умение постоять не только за себя и своих близких, но и за свою страну. Об этих героических качествах рассказал военнослужащий подрастающему поколению на патриотическом уроке, который прошел во второй школе. 1 сентября, в День знаний для учеников 2 Б-класса, урок организовали преподаватель Олеся Радчик и Людмила Потапова, представляющая родительский комитет. В мероприятии приняла участие председатель комитета солдатских матерей Валентина Рожкова. Вместе с ней ребят посетил особый гость – генерал-майор авиации Евгений Михайловский. Вы должны сегодняшним днем гордиться и запомнить его навсегда, потому что у вас сегодня достойный герой, действительно герой нашего времени. Заслуженный летчик СССР поделился с ребятами воспоминаниями о годах учебы, рассказал о своей жизни и совершенных подвигах на службе. У меня произошел такой случай, когда два двигателя отказались. Пришлось без двигателей произвести посадку. Ну, это опыт позволил и решение такое. Но были готовы покинуть машину в любое время. Дети с большим интересом слушали истории о самолетах и космосе. Евгений Михайловский рассказал о судьбе прославленного космонавта Юрия Гагарина и провел ритуал торжественного приема учеников в юные гагаринцы. Он вручил ребятам пилотки и гагаринские галстуки, пожелал быть достойными гражданами своей страны. Желаю всем крепкого здоровья, хорошей учебы, а нашим дорогим преподавателям также здоровья. И не забывайте, что они вам дают жизни. Патриотический урок по-настоящему увлек учеников. Как отметила преподаватель класса Олеся Радчик, новоиспеченные гагаринцы уже готовы совершать добрые дела и бескорыстные поступки. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.